Друзья, отдельно бы хотелось рассказать о новой системе дальнего заброса от Мегабас, которая называется LBO. Я сейчас покажу воблеры, которые, точнее, в которых впервые эта система появилась. Это вот Elba или LBO, его диповый собрат. И последняя новинка, которая появилась этой осенью 2017 года на российском рынке, это Маринганг. Он представлен в трех размерах. Вот это вот 90-й, 120-й, ну и для хорошей серьезной рыбы и дальних забросов это 140-й. Все приманки плавающие. Что же из себя представляет система LBO? Это магнитная система дальнего заброса. Видите, здесь находится такой металлический цилиндр, примагниченный вот сюда. И при забросе он по направляющей отправляется в хвост приманки. Вроде бы ничего нового, но на самом деле все не так-то просто. Внутри цилиндра находятся шарики по принципу шарикового подшипника, который позволяет этому цилиндру очень легко перемещаться по штоку. Это полностью исключает возможность залипания. После того, как цилиндр переместится в хвост приманки, достаточно минимальнейшего угла, чтобы он вернулся на место. На что бы очень хотелось обратить внимание, большинство рыболовов, когда покупают воблер с системой дальнего заброса магнитный, пытаются проверить его в магазине, просто стряхнув воблер вот так вот. Как видите, ничего не происходит, магнит по-прежнему, то есть цилиндрик по-прежнему на месте. Дело в том, что для того, чтобы эта система сработала, заброс должен быть действительно очень хлестким, с хорошим замахом, и именно тогда вы услышите тот самый заветный щелчок, который отправит вашу приманку практически за горизонт. Давайте сейчас я это покажу на практике, потому что это очень важный момент. Все готово, давайте попробуем. Слушаем щелчок. Смотрите, сейчас я сделаю заброс, ну, такой средненький. Щелчка нет. Заматываем. А теперь, оставив такой вот свист средненький, сделаю мощный заброс, вложусь. Слушаем. Вот. Воблер отправился очень далеко. Для его формы летает он отлично. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что рукой вот так вот вы не сможете сдвинуть этот магнит с места. Если говорить о приманках в целом, то чем крупнее приманка, тем больше в ней вот этот вот цилиндр. И, например, на 140-м Маринганге сделать это возможно, даже рукой. Давайте попробуем. И смотрите, сейчас он находится в хвосту. Я его чуть-чуть наклоняю. Оп, все. Цилиндр вернулся обратно. Хватает буквально, я не знаю, пары-тройки градусов. Еще раз. Вот он отщелкнулся, попал в хвост и вернулся обратно. 120-й Маринганг. Его еще можно сдвинуть с места. И та же самая система. То есть получается, когда воблер попадает на воду, практически сразу этот цилиндр возвращается на место и балансировка становится такая, как, которую задумал производитель. Давайте попробуем забросить большой маринганг, чтобы было слышно, как это срабатывает на забросе. Ну что, отправим в полет 140-й маринганг. Здесь уже система может сработать и на среднем забросе. При этом воблер улетает достаточно далеко. Соответственно, цилиндр тяжелее, вес больше, и оторвать его от магнита проще. Но самое интересное, это когда мы все-таки вложимся в заброс, полет будет за горизонт. Отлично. Друзья, вот и все. Вкратце о системе LBO. Пользуйтесь, и она принесет вам удачу.